Или перейдем сразу к шуточкам-прибауточкам. Давайте сразу. Делаем как-то вот, как-то вот так. Сенсейшн, как говорили в свои времена. Вот, короче, маленькая предыстория. Такой стишок был у меня, он под номером 4 вообще проходит, «Математика Муйня». Попробую сейчас ее в музыкальной версии сделать. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха: детский садик хорошо или это плохо? У меня секретов нет, слушайся, мальчишка, то, что я тебе скажу, не напишут в книжках. Если детский садик стол накрывает четко, это очень хорошо, голод вам не тетка. Воспиталки тетки во сиськами шарами, это очень хорошо, если между нами. Если детский садик твой на эстонском строго, это супер хорошо, будешь знать немного. Мне с тобою говорить, бля, по-русски сложно, самому тебя учить, но невозможно. Вот сестренка у тебя в правильную школу ходит, знает русский враг, оккупант и олух. У нее учителя эстонского не знают, но языковеркаям все преподавают. Математика муйня, пустая пифагория, главная эстонская новая история. В жизни ты не пропадешь, полная идиллия, если папу ты найдешь с правильной фамилией. Тихо так, без лишних слов, сын вернулся к маме. Мама, я же Иванов, а что же будет с нами? И сказала тихо мама: ты его не слушай, он у нас четвертый папа и болтун хороший. Мы немного поглядим с вами тихой сапой, все в Испанию сбежим с вашим пятым папой.